Ой, нет, нет, Черезард, нет, даже не проси, дай мне, пожалуйста, этой ночью выспаться. Я уже заколебался качать вас круглыми сутками, пожалуйста, последнюю ночь я спал 30 секунд, 30, ты это понимаешь, пожалуйста, дай мне хотя бы вот этой ночью выспаться, с утра потренимся, пожалуйста, хотя бы сейчас, я тебя прошу, Черезардик, уйди, дай поспать, ой, хотя бы кошмары бы не снились этой ночью из-за этих покемонов, дай все, дайте поспать, пожалуйста. Ох, надеюсь, быстро засну, а то предыдущей ночью вообще 10 минут заспал, а вот этой как засну, а ну... Арбузы, арбузы. Соси арбузы, соси арбузы. Игорь! Тони-тоните! Тони-тоните! Карибана! Опять кошмары снятся! Уйди, пожалуйста. Ну не смотри ты на меня. Ну, пожалуйста, уйди, уйди. Все, пожалуйста, залезь обратно в покебол. Дайте поспать, пожалуйста, пожалуйста. Кошмары, уйдите, ну, пожалуйста. Ай-яй. Лайки, лайки. Лайки, лайки, подписки, лайки. Кошмары, кошмары, кошмары. Ставьте лайки, ставьте лайки. Прямо сейчас, прямо сейчас лайки ставьте. Больше лайков, больше серии. Ой, кошмар, кошмар. Лайки, лайки, комменты, лайки, подписки, писки. Ой, ой, опять кошмары, опять кошмары. Ну не дадут мне эти покемоны поспать нормально. Только кошмары из-за них снятся. Покемоны вот эти. Ну, хоть кошмары-то снятся, но что согласен, то согласен. Лайки нужно ставить 100%. Чем больше лайков, тем больше серий выходит. Это мы все знаем. Кошмары не кошмары, но все же спать нужно. Поэтому... Ой, надеюсь, сейчас хоть усну. Пожалуйста. Ой, наконец-то выспался нормально. Да, ребята, как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов. И сегодня, ребята, мы, как обычно, делаем... длинную серию. Длинная серия, это я подразумеваю, больше, чем 40 минут. Это прям охренеть, ребята. Это сериал, это серии столько выходит. Игры престолов даже по 40 минут. Ребята, я надеюсь, то, что вам это очень сильно нравится. То, что выходят такие длиннющие серии. А если да, вы знаете, как меня отблагодарить. Но в первую очередь, отблагодарить хочу я вас. Ребята, еще раз большое спасибо за вашу безумную поддержку. Вы себе не представляете, как ваша поддержка для меня важна. На прошлой серии мы набрали много лайков, за это, ребята, я хочу вам сказать спасибо большое, не басибо, а спасибо большое, потому что много лайков, ребята, это большая для меня мотивация для выпуска новых серий. Чем больше лайков мы набираем, тем больше у меня руки чешутся бежать и записывать новую серию для вас, ребята, специально для вас, поэтому не сдавайтесь, если вы дальше хотите... Много серий, если вы дальше хотите вот такие длинные серии, ребята, продолжайте меня также радовать. Поставьте, пожалуйста, прямо сейчас на вот эту серию лайк, кто еще не успел поставить. И я также для вас буду стараться, потому что вы видите то, что я записываю. Офигеть, какие длиннющие серии. Это утомляет просто офигеть как. А вы вообще сумасшедшие в хорошем смысле этого слова, то, что вы смотрите вот такие нереально длинные серии. Поэтому, ребята, поставьте прямо сейчас лайк, если хотите дальше вот такие длинные серии. Да, ребята! А сейчас мы будем отправляться дальше на прокачку наших покемонов. И в этой серии мы опять пойдем на базу команды R и попробуем уже наконец-то убить того помощника команды R. Кстати, там босс или это Шайни. Убьем помощника команды R и продвинемся дальше к Джесси и Джеймсу. Надеемся, то, что мы их сможем встретить. Так, да, ребята, это, кстати, не ты. Не-не-не-не-не, ты нам вообще не нужен. Ты нам вообще не нужен. Вот ты, легендарный склип... Скиплум, босс. Да, ребята, кстати, вы заметили? Сейчас. Я вне серии уже поменял Сайзора. Точнее, я поменял Сайтера на Сайзора, как я вам говорил. Потому что, кто не знает, как эволюционирует Сайтер, его нужно поменять между двумя игроками через трейд-машину. А так как я играю один, я могу поменять только между собой. Поэтому, сам собой, то есть сказать. Поэтому, ребята, я вне серии поменял вот это все. И сейчас у нас уже... Не Сайтер, а Сизор. Какой красавец, такой красненький. Да, и ребята, что я чуть ли не забыл.
Вы же знаете, все прекрасно, да? Каждую серию покемона у нас уже традиция, как обычно, да? Знаете про такую традицию? То, что каждую серию, ребята, я приглашаю вас стать моим другом. Что я подразумеваю под этим? Ребята, в описании есть ссылочка на мою страницу ВКонтакте. Заходите, добавляйте меня в друзья, пишите мне сообщения. Я даже не знаю, ребята, не то, что даже сообщения, ну, можете также лайки на фоточки поставить, ну, это так, намек для вас. Ну, что самое главное, ребята, добавляйте меня в друзья, я очень буду рад вас видеть у себя в друзья ВКонтакте, я уже сразу сказал, первая ссылочка в описании, заходите, добавляйте. Рапидаш, твою за ногу, дай нам, пожалуйста, себя убить, потому что я не хочу сутки тут торчать и бить тебя. Так, ты какой уровень? Нормально, тоже большой уровень, поэтому давайте мы также убьем вот этого Грандбула. И еще одна Рапидаш, тоже большой уровень. Давайте, ребята, мы ее также запинаем. С одного удара, нифига себе, нифига себе. И сейчас, ребята, мы пойдем дальше искать каких-то боссиков. Шайни покемонов, как обычно. Кто помнит, то в предыдущей серии мы также уже их очень много нашли. В этой серии также продолжим. И что самое главное, ребята, нам нужно сделать орб. Кто не помнит, в предыдущей серии мы выбили орб с одного из боссов. Сейчас нам нужно собрать 9 частичек электрического камня, чтобы превратить обычный орб в электрический орб. Потом нам нужно будет убить около 300 с чем-то покемонов для того, чтобы наполнить этот самый орб душами покемонов, в каком-то смысле, чтобы потом преподнести вот этот орб в алтарь и также заспавнить легендарного покемона Забдуса, нашего первого легендарного покемона в этом сезоне. Все, что только осталось, это найти всего лишь мастербол, да, всего лишь мастербол, чтобы потом словить этого самого легендарного покемона. Да, ребята, и знаете что? Мне просто до сих пор интересно. Вот я у вас, ребята, вот сейчас честно спрошу. Вам еще не надоели вот такие нереально большие длинные серии? Не надоели? Может вы уже просто устали от таких 40-минутных серий, потому что они, если честно, офигеть какие длинные. Вот скажите мне честно, вам еще не надоело? Вот честно, не врите мне. Ребята, вот честно, пойдите в комментарии и напишите, хотите ли вы длинные серии, вот такие 40, 45 минут, 50 минут, час. Хотите ли вы такие серии или, ребята, хотите маленькие серии там по 15-20 минут. Мне просто интересно, вы такие настолько безумные, в хорошем смысле, то что вам нравятся вот такие часовые серии, ребята, вы прям супер. Вот давайте сделаем рекорд. Набираем 5000 лайков, 15 тысяч лайков на вот этой серии. Следующая серия будет длиться ровно 1 час. 1 час покемонов. Ребята, я не знаю, мне кажется, мы не наберем 15 лайков, но просто. Просто, ради эксперимента, ради какого-то рекорда. Если мы все же каким-то образом сможем набрать 15 тысяч лайков на вот этой серии, я обещаю то, что следующая серия будет длиться 1 час, ровно 60 минут. Ребята, если вы, конечно, этого хотите, да. А знаете, куда мы сейчас отправимся, ребята? В горы! Да, кстати, мы уже возле гор, поэтому сюда мы и отправимся. Сюда, ребята, мы и отправимся. Надеемся, то, что мы там встретим боссиков, шайни. Но что самое главное, в данный момент нам нужны вот эти частицы электрического камня. Я надеюсь, что мы их сможем найти, но сейчас. Так, Мачок, иди-ка ты сюда. Нам тебя нужно убить. Нам еще Сизору нужно прокачать. Сколько уровней? Еще 2 уровня? Сизору еще 2 уровня, и Гуларку тоже еще 2 уровня. Но это я говорю минимум, да, чтобы был какой-то шанс сразиться с этим, с помощником команды R. Это чтобы был какой-то маленький шанс. Конечно, чем больше уровней мы качнем, тем намного лучше, потому что больше будет вероятность то, что мы сможем выиграть. Но, сами понимаете, ребята, все же будет тяжело, не думайте то, что мы легко победим помощника Джейси и Джеймса. Конечно, это все будет тяжеловато, но надеемся. Сизор у нас уже 54-й, еще 1-2 уровня, и будет прям вообще супер Чармандер! Я тебя даже не буду убивать. Зачем я тебя буду убивать, если у меня вот есть твой брат? У тебя твой брат, старший брат Черизард. Зачем мне тебя убивать? Твой брат меня просто зарежет, если я тебя убью. Поэтому я тебя даже не буду трогать. Пожалуйста, нам нужны электрические камушки. Глейгар! Там был Глейгар, но мы его уже словили, ребята. Я вообще обрадовался, когда я его нашел в первый раз. Это довольно-таки редкий покемон. Мы его словили, и очень, ребята, даже круто. Очень круто. Я, конечно, боссиков тут не вижу, к большому сожалению. Но ничего страшного, ребята. Мы еще постараемся их найти в этой серии.
Так, электрические камушки, пожалуйста. Это, конечно, не электрический камушек, но тоже сойдет. Хотя нет, не сойдет. Забираю свои слова назад. Мне нафиг не нужны вот эти МЛы. Засуньте их куда себе подальше. Кто их туда поставил? Они мне нафиг не нужны. Так, куда бы нам отправиться? Тут я больше ничего не вижу. Никакие камушки. Видите, ребята, где-то камушки? Нет? Если вы увидите покелуты, если вы увидите лаки-блоки, если увидите вот эти камушки, ребята, пожалуйста, пишите в комментарии, на какой секунде вы это увидели и где вы это увидели, чтобы я потом, когда читал комментарии, увидел то, что кто-то там написал, мол, Эдисон, на такой-то секунде, на такой-то минуте ты забыл там лаки-блок, пожалуйста, вернись туда, и я вернусь, ребята, только благодаря вам, потому что вы мне скажете, что там был какой-то предмет, вернусь, и, конечно же, ребята, его заберу, и это будет ваша заслуга, не моя, а только ваша. Пожалуйста, нам нужны какие-то горы. Горы. Где у нас есть какие-то большие горы? Где мы еще не были? Пожалуйста, пожалуйста, нам нужны горы, горы. Вот тут есть какие-то горы. Давайте отправимся вот сюда. ТП 835-75-2977. Вот. Просто идеальное приземление. Идеальное. Так. Пожалуйста, пожалуйста, нам нужны камушки. Нам нужны камушки. О, вот, кстати, и камушек, опять ЭБЛ, вот этот нафиг, и камушек, и покелут. Так, больше не вижу, да? Больше ничего не вижу. Больше тут нету камушков, к сожалению. Но сейчас мы найдем, ребята, сейчас мы найдем. Сколько у нас? У нас есть 3 штучки. Да. Еще дофига, ребята. Еще офигеть, как много, поэтому не расслабляйтесь. Мы сейчас много времени будем проводить вот тут в горах, потому что камушки нам очень даже нужны. И они, если честно, очень нам пригодятся. Так, босики. Нету никаких босиков. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, хоть... О, лаки-блок зато есть. Зато лаки-блок есть. Я боюсь предположить, счастливый ли он или нет, но все же. Выбора у нас нету, только вот так. Да, лучше я вот это даже поднимать не буду. Мне вот это, в принципе, нафиг не сдалось. Просто нафиг не сдалось. О, покелут зато есть. Зато есть покелут. Опа. Опа. Great Ball. Нормально. Клинк. Это босс. Пожалуйста, это босс. Да, это босс. Это Босяндрик. Куда ты стрельнул? Куда? Давай. Так, замечательно. Просто замечательно. Нифига себе, Сизу. Что-то как ты его слабенько бьешь. А может, Разор вот это? Нет, этим вообще ты нормально не стукнул. Хотя... А вот это Iron Head, железная башка. Вот железной башкой ты нормально. Нормально, давай еще раз железной башкой. И еще раз, пожалуйста. И еще разочек, замечательно. Так, нормально. Новые шапочки нам всякие выпадают. Почему бы и нет. Так, 40 уровень. Иди-ка ты сюда, 40 уровень, да? Вот так, и еще разочек. Вот эта железная башка, не знаю, нормально ли она бьет по вот этим покемонам. Нужно сейчас, ребята, будет проэкспериментировать. 20-й Оникс. Оникс, я сказал! Да что так сложно в этого Оникса попасть, а? Вот. 11-й уровень Оникс, ты издеваешься? Я думал, ты там какой-то 40-й нафиг, а не 11-й. А ты реально... Куда я тпхнулся? Я хотел вылечиться, куда я тпхнулся? Через Ардушка, миленький мой, пожалуйста, включи нам день, как ты умеешь, пожалуйста. О, вот, спасибо, дружище, большое спасибо, то, что нужно. Отправляемся, ребята, обратно. Обратно отправляемся, но сейчас по другой стороне, чтобы смотреть, есть ли тут камушки или нету. Отправляемся, смотрим внимательно. Если заметите, ребята, где-то камушек, также пишите в комментарии, чтобы я потом мог туда вернуться. И... забрать этот самый камушек, потому что, ну так, честно вам сказать, иногда я бываю слеповатым, поэтому я могу просто-напросто не заметить вот этот камушек. Поэтому, ребята, пишите, помогайте мне, это будет очень для меня полезно. Так, где... Опа. Шани! Шани Шакл! У Шакла, к сожалению, нету эволюции, это такой одноэволюционный покемон. Ни хрена себе я слово выработал. Одна эволюция в этого покемона, но ради коллекции, почему бы и нет. В принципе, этот Шакл даже нам очень пригодится. Нет, не пригодится, но ради коллекции все же сойдет. Только, как я вижу, дайте я поудобнее так усядусь, потому что серия опять 40 минут, и это офигеть как долго. Пожалуйста. О, да, словили!
Ребята, ребята, поздравляю вас с новым шайни покемоном. Почему бы и не поздравить, потому что это редкий покемон. Так, Клефейри. А, Клефейбл. Давай, Сизор. И давайте мы вернемся туда, где мы качались только что. Откуда я случайно тэпэхнулся, где это было? Где это было? Не помню, честно. Ну, где-то вот тут, мне кажется. Еще один шайни. Ребята, в этой серии мы уже нашли нового босса. И в этой серии мы уже нашли нового шайни покемона. Круто. Почему нет? Круто. Очень даже круто. Так, кто там у нас над головой пролетает? Так, больше ничего нету. В принципе, я не буду против, если еще один боссик нас заспавнится. Это так, намек. Это намек, ребята. Я не буду против, нет. Вообще не буду против. Пожалуйста. Пожалуйста. Еще один, два, 35, 119 боссиков. Я только за. Пожалуйста. Я пока никого тут не вижу. Знаете, так, это кто у нас там? Тут случайно боссика нету. 145-й киндер есть, тоже сойдет, в принципе. Это, конечно, не боссик, но все же. Но все же. Давай, бей его. Вот, замечательно. Так, через задушка. Давай, садись и полетели. Вы это тоже видите? Шайни Оникс, и дай интуиция мне предположить. Тот Оникс был 11-м уровнем, на котором я хотел прокачаться. Этот афиг будет 40-й уровень. Да? Ну попади ты нафиг уже. Да почему так сложно в этого Оникса попасть, а? Где этот Оник? Твою мать, это что такое? Куда мне кидать, чтобы попасть в этого Оникса? Так, Оникс. Не прикалывайся, пожалуйста. Да твою мать, а? Оникс. Да куда мне кидать, чтобы попасть в этого Оникса, а? Он такой длинный, а он такой долж... Что там за пожар? Куда мне кидать, чтобы попасть в этого... Вот, 37-й уровень. Как я и говорил, того, кого мы хотим словить 10-й уровень, того, кого мы хотим убить, чтобы прокачаться 10-й уровень, а того, кого словить 37-й. Так, замечательно. Я даже сейчас не могу поменять покемона. О, самурот, это то, что нам нужно. Вот так, немного его побей. Еще немного, еще разочек. Еще разочек, пожалуйста, чтобы у него было красное здоровье. Вот, замечательно. Сейчас будем пытаться его словить. Очередной шайни покемон, ребята. Будет у нас, в предыдущей серии мы словили шайни Корфиша. В этой серии мы уже словили шайни Шакла. Да, если мы еще сейчас словим шайни Оникса, это вообще чудо будет. Это прям будет офигеть как круто. Просто муа, как круто. Только проблема в том, что он очень большой уровень. Он 37 уровень. И словить вот такого покемона обычными покеболами, это очень сложно. Я все же, конечно, ребята, постараюсь. Я даже, наверное, потрачу все свои покеболы, которые у меня есть. Но я постараюсь его, ребята, словить только для того, чтобы он у нас был. Потому что там есть еще эволюция Стиликс. А шайни Стиликс — это вообще красота. Красотень просто. И только, ребята, ради вас, чтобы показать вам шайни Оникса, я буду пытаться его ловить. Это будет очень сложно. И я даже чувствую то, что мы его не сможем словить. Но все же, ребята, выхода у нас, как говорится, нету. Я потрачу 2 бола и посмотрим, что с этого выйдет. О, словил! Я даже немного болов потратил, а вообще немного... О, кстати! Не успел я шайни словить, как тут за... Опа! Пропал. Вы видели, кто на моих глазах пропал? Босс. В первую очередь это был босс. Нет, в первую очередь это ультимейт босс. Это самый лучший босс, который только существует среди всех боссов. Это был самый лучший босс ультимейт. Он был бы каким-то там сотым уровнем, даже больше. Этот босс был бы там каким-то 115-м уровнем нафиг. И только этого босса мы бы убили, и нам бы уже дало офигеть много как уровней. И только на вот этом одном боссе мы бы уже прокачались офигеть как. Но как видите, не успел я к нему добежать. Я его видел, я этого босса видел, потому что он передо мной находился там за 100 метров. Я к нему бежал. Но, как видите... не успел добежать, и этот зараза пропал прямо у меня на глазах. Просто паскуда. Согласитесь, то, что очень плохой поступок со стороны вот этого босса. Мы бы на нем прокачались, это в первую очередь, потому что он офигеть какой большой уровень. Но во вторую очередь, ребята,
него могло выпасть офигеть что. Такие крутые предметы, что вы себе даже не представляете. Потому что это все же... Опа. Опа. Потому что это, ребята, крутой очень босс. Но кого я тут вижу? Чимчарик. Миленький наш Чимчарик. Не пропадай. Так. 9-й уровень. Вы знаете, да? Я вас учил уже, ребята. Маленькие покемоны. Точнее, маленькие уровни покемоны – сволочи. Стартовики – сволочи. А когда стартовики – это маленькие уровни, то они такие сволоты, что вы себе даже не представляете. Поэтому я даже не надеюсь, что мы сможем словить этого чимчара. Я, конечно, сейчас потрачу, ну, еще болов так 5, давайте, ребята. Давайте, 5-7 болов. Я знаю то, что я его не смогу словить, потому что чимчар – это та зараза. Честно, это еще та зараза. Я еще потрачу парочку болов, не словлю, иди в жопу. Мы его еще потом когда-то найдем и словим тогда, когда у нас будут какие-то квикболы, когда у нас будут ультраболы, когда у нас будут какие-то таскболы, допустим, если мы его ночью найдем, да? А обычными болами очень, очень маленькая вероятность то, что мы сможем его словить. Вот такая. Вот такая вероятность то, что мы сможем его словить. Поэтому, ребята, ну, еще один бол не ловится, иди в задницу. Не ловишься? Иди в задницу. Вот, на тебе. Иди в пень нахрен. Не хочет он ловиться, а? Не хочешь ловиться? Не ловись. Я обиделся. Да, ребят, мы обиделись? Ну ладно, нет, я шучу. Не обиделись мы на вот этого чимчара. Я понимаю то, что он не хочет ловиться. Он там всякой такой крутой. Не хочет в уютненьком покебольчике быть. Еще один шайни шакл. И идите вы в сраку. Идите в сраку вот эти шайни, которые нам не нужны. Лучше бы кто-то другой засвоился, чем вот этот шайни, который у нас уже, в принципе, есть, да? Но, в принципе, как вы видите, ребята, да, много шайни, много боссов уже спавнится. Нормально, нормально. Почему бы и нет? Почему бы и нет, конечно, я его ловить не буду, потому что зачем нам одинаковый шайни покемон, которого мы уже, в принципе, словили в этой же серии, да? Вот если бы заспавнился шайни Чаризард, я бы, не Чаризард, а Чармандер, я бы с ума сошел нафиг. Я бы тут прыгал как ненормальный, потому что шайни Чармандер это офигеть, это офигеть, это офигеть. Так, Чаризард. Давай лететь, в какую сторону будем лететь? Гори. Вот в ту? Ну ладно, хочешь в ту? Давай в ту. Смотрите, ребята, на землю, если заметите где-то частицу электрического камня, или заметите покебол, покелут, что еще можете заметить? Лаки-блок, все, что заметите, ребята, пишите мне, пишите в комментарии, где вы это заметили, на какой секунде, чтобы я потом возвращался и искал, ну, и забирал, точнее. Вот, еще один камушек, замечательно. Сколько у нас? 4 штучки. Еще 5. Еще 5, и мы сможем эволюционировать наш орб. Ну, в смысле, прокачать. Так, тут 2. Тут 2 вот этих камушка сразу заспавнилось. И вот тут я еще один видел. Даже 2! Даже 2. Так, сколько у нас? 8! Последний, где? Есть последний, пожалуйста. Пожалуйста, последний. Ай, нету, нужно искать, ребята. Нифига себе, какое большое скопление вот этих частиц. Нету, ребята, смотрите внимательно. Мне нужна последняя частица. Пожалуйста, ребята, смотрите внимательно. Если заметите, то пишите сразу в комментарии, где вы заметили. Если я в этой серии не смогу найти, то вернусь сюда в следующий и, конечно же, найду и заберу. Так. Пока что никого. Пока что ничего, точнее. Так, тут у нас шаклы опять бегают, прыгают. Они, в принципе, больше не нужны, потому что у нас уже есть даже шайни шакл. Разве что, если босс шакл будет, это вообще круто, да? Но, если честно, никого больше не вижу. Да, там еще есть горы, там еще много гор, поэтому, ребята, давайте будем лететь туда. Пожалуйста, последний кусочек, и все. И орб готов. Весь орб готов, вот честно. Весь. Пожалуйста. Ребята, смотрите внимательно. Сейчас нужно через Чаризарда будет опять просить, чтобы он день включил, потому что я ни черта не вижу. Чаризардушка, быстренько вот так в полете включи день, пожалуйста. О, спасибо, дружище! Он включил день, и я сразу заметил босса. Вот видите, день — это полезная фигня. День — это очень полезная фигня, потому что днем видишь, что тут происходит. Ночью бы я этого босса вряд ли заметил. Так, замечательно, 48 уровень. Ни хрена себе, может, ты поаккуратнее Geodude будешь, а не вот так нас фигачит. Так, давай, давай, Гуларк, напинай ему, напинай. Так, что выпало? Luxury Ball, нормально.
сойдет. Покехил, ребята. Покехил. И потопали дальше. Замечательно, мы еще одного босса нашли. Так, сейчас. Нет, не Сизар, а Черезардушка давай. Черезардушка, полетели дальше. В какую сторону нам лететь? Нет, не вот в эту, а куда-то вот сюда, да? Да. Ребята, нужен еще один кусочек. Еще один кусочек, и все будет круто. Пожалуйста, пожалуйста. Вот я смотрю внимательно. Пожалуйста. Нет, пока что никого не вижу. Ничего не вижу. Ничего. Вот только что их было. Вы видели, сколько их там было? В одном месте было штук 5, нафиг 6. А вот сейчас вообще ни одного нету. Так, какое-то растение нам выпало, ягода какая-то, в принципе, не очень так нужная. Но пускай. Пускай будет эта ягода. Так, ничего, ничего, ничего. Пожалуйста, 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 где-то тут последний кусочек. Пожалуйста, как мне еще просить? Как мне еще просить вот эту частицу последнюю? О, Lucky Block. А мы уже тут были, да? Да, мы уже тут были, мы его уже открывали. Значит, ребята, мы уже тут когда-то пролетали. Круто, круто. Ну, в принципе, даже если мы тут пролетали, то вот эти частицы электрического орба мы не собирали. Поэтому... Вот, 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 опять большое скопление. Опять смотрите, ребята, сколько их тут. Давайте, в принципе, все соберем, может, они нам еще когда-то пригодятся. Так, еще одна. Вот так, и все, ребята, мы уходим делать электрон. Почему я говорю опять? Почему я повторяю электронный? Он не электронный, он электрический нафиг. Электронный. Так, домой. 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 Нам нужен верстачок. Верстачок у нас вот тут. Берем орб. Берем электрические камни. Расставляем их вот так. И ни черта не работает. Чего? Чего? А, нет, не-не-не-не-не, нам не вот так нужно, а вот так сделать электрический камень и потом его соединить с орбом. Вот так. И да, у нас получается электрический орб. Электрический орб. И тут пишет то, что нам еще нужно 375 убийств. А в прямом смысле этого слова нам еще нужно убить 375 покемонов, чтобы этот орб полностью заполнился. И мы смогли, ну, мы сможем вызвать вот этого легендарного покемона Забдоса только тогда, когда орб будет прокачан на максимум. Поэтому, ребята, сейчас мы еще не можем никого вызывать. Только когда это все будет прокачано. Так, сейчас это вот сюда. Это вот сюда. Ну, разложить, чтобы все было на своих местах. И смотрите, ребята, в первую очередь я нашел еще один компьютер. Еще один компьютер, который можно положить, ну, пока что, допустим, вот сюда. И часики я нашел. Часики тоже куда-то можно положить. Ну, допустим, я не знаю, где-то в нашу комнату или где-то вот сюда на стену повесить. Допустим, вот сюда. Часики, они реально ходят, смотрите. Смотрите. А видите, какие крутые часики. Так, а сейчас, ребята, будем отправляться и прокачивать Гуларку. Гуларка еще нужно прокачать еще 2 уровня. И вот тогда, ребята, мы, наверное, пойдем еще раз сражаться с командой R. Да? Ребята, я тоже так думаю. Поэтому нужно найти какое-то крутое место, куда бы пойти прокачиваться. Давайте пойдем в пустыню, в дезерт. Вот. Потому что возле пустыни есть большой шанс спавна глиняного биома, а этот биом как раз вам очень бы сильно сейчас пригодился. Поэтому давайте, ребята, садимся и летим в какую сторону? Давайте в эту полетим, да. Мне кажется, в эту самое то. Поэтому сосредоточьтесь, ребята, смотрите на землю, если видите вот покелуты, если видите лаки-блоки, пишите. Пишите. Так, вот сюда и потопали дальше. Точнее, полетели дальше. А я пока что никого не вижу, ни боссиков. Зато вижу еще один покелут, который на земле у нас вот тут. Покелут. Нормально, нормально. Уже 2 покелута нашли. Просто зашибись. Еще бы боссики были. О, я, кстати, лаки блок вижу. Я вижу лаки блок, ребята. Вижу кузницу и вижу еще один. Вижу 2 лаки блока. Круто. А кто у нас тут есть? Что у нас, точнее, тут продают? Тут ничего нормального, а тут... Тут, в принципе, тоже ничего такого особенного нету. Поэтому отправляемся в кузницу. Что у нас тут будет? Что у нас тут будет? Это забираем, ничего особенного тут нету. Поэтому, ребята, отправляемся дальше. Так. Отправляемся дальше. Реально, нам нужно убить 375 покемонов. Можно убивать вообще любых покемонов, которые только вам попадаются, ребята. Это не играет никакой, в принципе, роли. Убивать всех подряд
Вот что самое главное сейчас, учитывая то, что у нас есть орб. Наберем 375 убийств в этом орбу, и... Это шайни! Это шайни или это босс? Это шайни Магмар. Это, мать его, шайни Магмар. Только я его не смогу словить, потому что у меня нету покеболов. У меня нету покеболов. И как, и что мне с ним делать? А? Кто мне скажет? Что мне с ним делать? Убил. Но мне кажется, я бы и так его не смог словить. Я сейчас отговариваюсь, но все же... Там еще один лаки-блок, нифига себе. У меня есть, ребята, 12 покеболов. Я, конечно, убил шайни Магмара, но все же. Офигеть, зелья, ты издеваешься, зелья, нахрена мне зелья. Но все же, ребята, было бы круто, если бы у нас были ультраболы, там, квикболы, еще какие-то болы, чтобы было больше шанса словить вот этого Магмара. Нам реально вот сейчас нужно заняться вот этими болами, потому что это вообще не дело. Покемонов мы находим, но никого толком не ловим, потому что у нас просто-напросто болов нету. И это очень плохо. Это, ребята, плохо. Так, зато хавчик мы сейчас добудем. Зато хавчик сейчас будет, смотрите. Этих нумелов, этих кроликов убивать. Этих... Вот смотрите, какой прикол. Нумел это кролик, да, получается? Нумел это кролик. Но его следующая эволюция, вот этот камерапт. Почему кролик превращается в корову? Вот это меня интересует прям очень сильно. Первая эволюция кролик, вторая эволюция корова. Чё за бред, а? Кто курил, когда вот этих покемонов создавал, я не знаю. Зачем я их убиваю? Потому что, ребята, с них хавчик выпадает. Бесплатный хавчик с них выпадает. Вот, видите, с них стейки выпадают. Это круто, это круто. Так, что у нас тут выпадет? Опять очередная херня какая-то. Твою мать! Охренеть, как я обосрался от этих ослов! Вы чё, дебилы нахрен? Зомби-лошадь, скелетная лошадь и ослы. Они как завизжали, я чуть не обосрался. Не делайте так больше. Что это за лаки-блоки, если я чуть не обосрался, когда вот эти скелетоны, эти ослы, эти лошади заспавнились. Смотрите, что это за зелье. Можно я выпью, ребята, пожалуйста? Я просто хочу посмотреть, это зелье героя. Пишет то, что это зелье героя. Смотрите, что это нам дает. Нет, вернись, Кирка. Вернись, Кирка. Просто посмотрите, что это зелье нам дало. Это просто офигеть. Я просто выпал его ради интереса, что оно нам даст. И как видите, оно нам дало очень много чего. Я еще могу, мало того, что очень быстро бегать, высоко прыгать и все остальное, да. И все остальное, ребята. Так, кролики, хавчик, бесплатный хавчик. Давайте. Я знаю, куда мы сейчас, ребята, можем пойти. Знаете, куда? Догадайтесь, на то прекрасное, чудесное место, которое мы нашли в предыдущей серии. Знаете, о чем я говорю? Не? А остров для прокачки. Там офигеть, как много крутых покемонов. Мы туда сейчас, ребята, наверное, отправимся. И там будем прокачиваться, потому что их там офигеть, как много. Их там просто с ума сойти, как много. Так, сайтры, кенгуру. Босс! Босс Арбок. Так, иди сюда, босс Арбок. Ты нам нужен, очень сильно нужен. Так, Iron Head, давайте. Железной башкой его просто, давай. Давай, опа. Замечательно, ничего нормального не выпало, но сойдет. Так, давайте еще вот этого. Быстренько. Опа, и еще разочек. Сизра нужно, ребята, прокачивать. Докачаем его до 56-го. И после этого будем прокачивать Голарка. Тоже к 55-му, 56-му. Да. Давай, Челизар, давай. Полетели. В принципе, в любую сторону. Можем даже вот сюда полететь. Посмотрим, кто у нас тут будет. Так, покелут я вижу. Не кричите. Я вижу покелут. Вот он. Так. О, еще один покелаки. Бляха-муха, чуть не матюкнулся. Не покелаки блок, а обычный лаки-блок. Где он? Вот он. Стоит передо мной, я спрашиваю, где он. Да, очень-очень полезный, я вам скажу. Очень полезный лаки-блок. Прям офигеть какой полезный. Лучше бы он даже там не спавился, потому что он нафиг нам не нужен. Так, Тропинч, ты какой-то очень красный, или мне кажется? Нет, мне просто кажется. Я уже думал, какой-то там босс, какой-то там шайни или еще кто-то. Через Зардушка, пожалуйста, включи день, а то я ни черта не вижу.
О, спасибо, дружище, то, что мне нужно. Так, пока что я ничего, ребята, не вижу, ни босика, ни... ничего, ничего, только деревни у меня. Не пропадай, не пропадай. Еще один босс! Что же вас так много? Это круто, я не возмущаюсь, это очень даже круто. Там еще один, там еще арбок был, пожалуйста. Арбок, 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 не пропадай, я бегу, я уже бегу. Покихил, я бегу, да. Опа, ху, замечательно. Так, замечательно, круто то, что он не пропал. Еще разочек. Офигеть, два босса вот так заспавились. Офигеть просто. Просто офигеть. Так, больше никого? Да, еще хочется боссов. Еще хочется боссов. Так, залезай обратно, через ардушка, полетели. Полетели дальше, полетели в поиски за... поиски новых боссов. Пожалуйста, еще боссики. Ребята, все мы любим очень боссов, да? Когда спавнится вот, вот такое большое количество, как сейчас. Так, никого? 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 Нет? Нет? Тут кто? Они между собой дрючатся, поэтому идите нафиг. Я нафиг, я не буду ждать. Я не буду ждать, пока вы там додрючите друг друга. Я просто еще полечу дальше и посмотрю, кто у нас тут еще есть. Это босс или это Шайни? Шайни Тропинч, Шайни Тропинч, это мать его Шайни Тропинч, Шайни Тропинч, Шайни Тропинч, который не словится, потому что он сильно большой уровень. Круто, круто, Эдисон. Молодец, молодец, то, что ходишь без болов. Прям крутой чувак. Я знаю. Ребята, я читаю ваши мысли, поэтому не горите. Я понял то, что вы подумали, да? Я даже не могу ничем его ударить, потому что я его просто убью. Самурот, мне кажется, самурот его заплющит просто. Поэтому давайте используем два бола, посмотрим. Словится, не словится? Нет. Не словился. Не словился, пожалуйста. Я хочу Шайни Тропинча. Подарите мне на день рождения, хоть оно через год, но я хочу Шайни Тропинча. Словили! Спасибо, ребята, спасибо за подарок на день рождения, хоть оно через год. Нет, тогда не день рождения, а тогда что ближе всего? Какой праздник ближе всего? Ну, учитывая то, что сейчас, в принципе, сентябрь, да? Мне кажется, какой, ребята, самый близкий праздник? Новый год? Да, вот что-то разлагало, офигеть, как залагало. Мне кажется, ребята, самый близкий праздник это Новый год, да? Ну, такой большой какой-то праздник. Мне кажется, Новый год. Да. Но все же. Так, у нас, ребята, уже потихоньку Сизор 56-й нафиг уровень. А я, конечно, еще пойду. Вот сейчас попробую убить вот этого тренера. Помощника, точнее, команды R. Знаете что? Отправляемся прямо сейчас, ребята. Ну давайте мы еще хотя бы Гуларку попробуем один уровень качнуть, если у нас, конечно, это получится. Если нет, то. Отправляемся вот так. Кстати, вот тут еще кузница. А что еще нужно, ребята? Нужно забежать домой, взять ревайвы. Нужно забежать домой, взять какие-то хилки. Да. Я надеюсь, что они смогут нам помочь. Вот, кстати, если тут будут ревайвы продавать, то я сейчас, в принципе, их прямо вот сейчас и куплю. Тут эмейлы, а тут... тут ничего полезного. Ревайв. Вот есть ревайв. Так, давайте купим... 1, 2, 3. Давайте купим 3 ревайва. Да. Нужно убивать тренеров, потому что вообще тренеров нету. Я не могу даже бабло копить. Не могу ни бабло копить, нифига. Так, вот эффекты уже начали пропадать. Еще один Шайни Тропинч! Да вы издеваетесь! Это Шайни Тропинч. Да. Ну ничего, одного мы уже словили, поэтому второго нам незачем ловить. Но это просто офигеть, ребята. Так, сокровищница. Сокровищница и еще одна деревня, да? Это была сокровищница или меня плющит? Это не сокровищница, это просто деревня, которая не прогрузилась до конца. Я подумал, что это сокровищница. Круто. Крутая работа создателей Майнкрафта, которые заставили меня думать, то, что сокровищница это деревня. Точнее, наоборот. Деревня это сокровищница. Так. Это все, в принципе, можно забрать. Ну что, ребята, ну что? О, нет, хотел уже уходить, в смысле сражаться. А вот там, да, не хочу я с тобой сражаться, уйди ты. А вот там еще один лаки-блок есть. Пожалуйста. Пожалуйста, только не ослы. Я не хочу больше ослов, не хочу больше напугаться, как я только что сделал. Так, да. Не ослы, зато бронька для ослов. Круто. Идите нафиг. Так, там еще один покелаки. Не пок, почему покелаки блок? Нет, это обычный покелут. Давайте мы его, ребята, сейчас заберем. Так, темка. Все, больше нету тут. Еще один Шайни Тропинч. Они издеваются нафиг. 3 Шайни Тропинча. Охренеть просто.
Охренеть просто, честно. О, Lucky Block, мы его забирали? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Но он несчастливый, то есть он не крутой. Так. Так. И? А, сено, да? Сено, значит, нам выпало. Круто, заберите себе. Заберите себе. И, в принципе, ребята, давайте мы сейчас отправимся на базу команды R и все же попробуем опять сразиться с тем чуваком. Надеюсь, то, что мы сможем его убить хотя бы в этот раз. Давайте покушаем. Покушаем хлебушек. И отправимся. Так, в первую очередь давайте очистим инвентарь, чтобы идти туда с чистым инвентарем, чтобы нам ничего не мешало, чтобы мы были просто-напросто сосредоточены. Так, это вот сюда. Это хлам вот сюда. Да? И вот это вот сюда, замечательно. Сюда тямочки у нас идут. Вот так, там я еще хлам забыл. Вот так, сюда лечилочки нам идут. Вот это да, вот так, замечательно. Сюда идет вот это. И ML идет сюда. Сюда еще темочка. И сюда шапочки. Вот так. Все у меня тут рассортировано. Сейчас, ребята, давайте возьмем лечилочку. Full Restore. Возьмем Full Restore. Возьмем вот эту и возьмем вот эту. Максилик, все, сойдет. Сойдет. Ребята, вы готовы? Вы готовы? Все готовы? Ну да. Поэтому, ребята, отправляемся. Team Rocket. Пожалуйста, разреши нам победить. Я всегда думаю, что это Мьюна, это статуя. Так, какой у него первый покемон, я не помню, но я в прошлый раз вроде кидал Тортеру, и мы его запинали. Поэтому, ребята, поехали. Бластойз. Бьем Эртквиком. По идее, один удар. Нет, два удара. Два удара, да, так же, как в прошлый раз. Сейчас, по идее, если у него Пиджиот, то мы должны поменять на Люксрея. Берем Люксрея и пинаем его с одного удара. Нет, с одного удара не получилось, где-то 2-3 получится. А, он еще и лечится, Пиджиот лечится. Ну лечись. Нет, лучше не лечись, я пошутил. Да хрэ, лечиться, твою мать, парализуй его уже. Тандерфангом парализуй его, чувак. Почему ты не можешь его парализовать? А, нет, не кранчем, я пошутил. Не кранчем, а спарком. Ударь его еще раз спарком. Вот, парализовал. Замечательно. Убил. Замечательно. План сработал. Сейчас Инфернейп. Парализуем еще раз. Постараемся парализовать. Парализовал? Нет. Сейчас он нас ударил. Мы его ударили. Сейчас быстренько вылечимся. Full Restore. Люксрей. Вылечились? Сейчас. Как у него столько скорости, что он нас так убивает? Самурот, разорви ему задницу, пожалуйста. Убил. Замечательно. Так, Райчу. Райчу нас убьет просто с одного удара. Против Райчу кто у нас хорошенько будет? Черизард, в принципе, его должен порвать, если он нас не порвет в первую очередь. Оверхитом. Замечательно, с одного удара. Так, Саламенс. Сворденс это можно вот так. Саламенс. Вингатак. Нет, не работает. Он нас убьет? Нет, не убьет. Он нас парализовал. А, Вингатак. Самурот, ударь его, пожалуйста. Он нас тоже убил. Вся надежда, Сизар, на тебя. Не зря мы тебя качали. Пожалуйста, скажи то, что не зря мы тебя... Зря мы тебя качали, бесполезный мудак. А! Нет. Тортера остался. Так, вы... Так. Ревайв. Кто хорош против Саламенса? Кто будет хорош против Саламенса? Черизард, самурод. Давайте Черизарда. Так, сейчас. Синтезис. Нет, он нас убил. Черизард. Бак. Поке. Хперестор. Макс Ревайв. Давайте Тортеру опять. Воскресили? Да, просрали ход, но зато воскресили. Сейчас. Гигадрейн. Как он нас убил? Нужно найти тактику против этого Саламенса. Он второй раз нас убивает. Мы доходим до конца, до этого Саламенса, и в конце он нас убивает уже какой раз? Какой раз он нас уже в конце, ребята, убивает? Нужно найти какую-то тактику против этого Саламенса. Какой вообще Саламенс покемон? Тут у нас написано где-то... Нет, мне кажется, в Покедексе у нас не будет Саламенса, потому что, в принципе, мы его еще не ловили. Мы против него сражались, но мы его еще не ловили. Нужно будет найти, ребята, тактику. Напишите в комментарии, кто будет хорош против Саламенса.
Я просто не знаю. Или мы еще дальше будем прокачивать наших покемонов, докачаем их, допустим, до, не знаю, до 65 уровня. Будем, конечно, сражаться с этим. Будем сражаться с этим тренером каждую серию и будем пытаться его убить. Нужно найти какую-то тактику против Соломенца. Соломенц вроде типа летающий, типа огненный, что-то в этом роде. Но он такой сильный, то что он просто нас убивает с одного удара. Ребят, нужно будет найти какую-то тактику. Ну ладно, к этому мы вернемся в следующей серии. А на этом, ребята, к сожалению, мы уже будем заканчивать. Вы знаете, что делать, ребята. Вы, конечно же, знаете. Если вы хотите видеть следующую серию хоть завтра, не забываем ставить лайки. Я сказал, ребята, давайте мы попробуем побить рекорд. Если мы сможем набрать 15 тысяч лайков на вот этой серии, я в вас верю, то я выпущу следующую серию, которая будет длиться один нафиг час. Запомните, один час, 15 тысяч лайков. Итак, даже давайте будем делать так каждую серию, мне без разницы, ребята. Если каждую серию будем набирать 15 тысяч лайков, то я каждую серию буду делать часовой. Час покемонов. Это просто охренеть. Видите, сколько много всего происходит в одной серии, да? Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями и пишите что-то интересное в комментариях. На самый интересный комментарий я, как обычно, буду отвечать. И, конечно же, ребята, добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Сразу первая ссылочка в описании. Заходите, клацайте, заходите, ставьте мне лайки. Да, на фоточки, я буду очень сильно рад. И, ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.